они чемпионы, победители, обладатели Кубка Сибирского федерального округа. Родители плачут от радости, Алтайский край радуется. Этот момент точно войдет в историю лучших моментов хоккейной команды «Скифы-2013». Парни стали обладателями Кубка Федерации Сибирского федерального округа. 4 отборочных этапа, финал сильнейших, и вот оно, заветное золото. Юные хоккеисты продемонстрировали всем, что они единая сплоченная команда. Когда, например, идет драка, пацаны пытаются разнять именно на игре. Пытаются разнять и поддержать пацанов, если даже проигрываем. Пацаны у нас всегда друг друга поддерживают. В финале сильнейших нашим ребятам противостояли лучшие хоккейные школы России. Новокузнецкий «Металлург», Омский «Авангард», а также еще одна команда с Кузбасса. И во всех 5 матчах павловские хоккеисты одержали победы. 4 в основное время и 1 по булитам. Особенно важно взять верх над грандами российского хоккея, «Авангардом» и «Металлургом». Но «Скифы» на то и «Скифы», что берут только золото. Самое главное, это, конечно, поддержка родителей и желание наших ребят играть. На сегодняшний день уже есть ребята, которые показывают такие свои возможности и таланты. Там Марк Симоненко, там, я ему говорю: «Марк, сегодня нужен лакросс», и он его забивает. А сегодня юные хоккеисты гостили у министра спорта Ивана Нифонтова, призер Олимпийских игр по дзюдо, поздравил ребят с победой, подарил памятные книги про алтайский спорт и заявил, что ждет от скифов игры с канадцами. Надо пахать, пахать и еще раз пахать, чтобы победить и крылья Совета, чтобы победить и канадцев, чтобы они боялись скиф и снова взоре Алтайский край. Команда продолжает плотные тренировки, и теперь ребята готовятся к Кубку Владислава Третьяка. Это уже всероссийский уровень, где нашим алтайским спортсменам будут противостоять хоккейные мастодонты «Локомотив», «ЦСКА» и «Крылья Советов». Одним словом, борьба обещает быть интригующей и жаркой. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.